купила место, блядь, в Фриду. Это пиздец, реально, блядь. Но... Ну, хотя, в принципе, могу дальше продолжить, просто разделю обзор на две части, там. Может, сделаю какой-нибудь мини-летсплейчик, там, туда-сюда. Но вряд ли я потяну, потому что файлы при раскодировке будут весить, там, блядь, по, там, от гига и больше. То есть это мне тяжело очень заливать, блядь. Давай, закрепляй, блядь. Ну, это так, чисто, да, формальность. Но все равно это пиздато ради атмосферы, чисто все так сделано, блядь. Охуенно вообще игра, сука, блядь. Так, тебе надо залезать, да, уже что-то. Вот, видите, прям камера показывает, и здесь понятно уже куда лезть, как, чего, вот она, да? Давай, залезай. Ну залезай, заёб. Заёба! Вот, да, полезли, да? Ну видите, здесь все на упроще, блядь, и может так получше разглядеть. Блядь, а в 3D, представляете, как в 3D вот это, блядь, ну блядь. Как же было бы охуенно в 3D, это ж просто пиздец, а. Блять, это бля. Ну чё, давай, лезем дальше на гауптмачту. Барам-бам-бам-бам-бам. Ебать, он залезает сюда, блядь, за 30 секунд, нахуй. Это пиздец просто, блядь. Причем у него возраст, на самом деле, не позволяет уже, блядь, делать такие хитрики, блядь. Ему лет, ну, за 40 где-то, блядь. Это пиздец какой-то. Но это не важно, в принципе, да, это реализм. Здесь ни к чему, блядь. Главное, чтобы было круто, блядь, ну это вообще охуенно. Глянь, не тормозить, ничего, блядь, на слабой машине, сука. Что, вниз надо было, что? А, блядь, я что-то перелез, да, блядь, я перелез. Давай, прыгаем. Опа, ой. Десинхронизация звука с видео. Не, ну то, что можно умереть здесь, это уже радует, как бы, да. Это уже не понять, по-моему, блядь. Сделали бы нормально, что надо было выше лезть, сука, заебали. Так, а, ну да, там, блядь, чуть залезть. Просто я хотел просто сам повыше, я уже не стал. Мне, в принципе, поебать, я... Если там не для галочки, как бы, буду играть в эту игру. Но то, что я уже вижу, бля, я по-любому буду в нее играть. Это пиздец, ребята. И буду играть для удовольствия, блядь. Это, блядь, вы посмотрите, как пиздато, блядь. Бля, вы посмотрите, блядь. Ну, сами видите, да, вот, блядь, сами все видите. Прыгай. Опа, давай. Так, а что ему надо сделать? А, поднять ярус. Блять, а чё, как будто, сука, команды на корабле никакой нет. То есть сам все должен, сука, делать, блядь. Где-то, да? Мне показалось, электричество там какое-то, сука. А, ну молния ударила, да. Так, мачта отвалилась, нахуй. Ну это, в принципе, да, не важно. Главное атмосфера, да, понимаете? Атмосфера, блядь, куда он нахуй? Так, регенерация есть, здоровье? Обещали, будет. Нету, да? Вкуснее. Давай, прыгай, заебал. А еще, по-моему, тут пробел теперь не надо нажимать, да, на компе, если. То есть просто правую кнопку жмешь и все, или нет. Там напишите, кто, ну похуй, да? Хотя не, пробел там написан, зачем ты нужен, да. Блядь, 10 секунд, сука, заебали. Я не успеваю никак. Опа, успел, блядь, даже если упал, успел. Ну, охуенно. Конечно, не хардкор, но что-то. О, летучий голландец там все еще, нахуй, виднеется. Бля, кажется, охуенно, графат, сука. Бля, кажется, о, сдохли, ебать, да, они не справились, блядь, охуенно, вообще, бля, молодцы, пиздец. Молодцы, вообще, придумать такую хуйню, даже кино... Да! Конечно, да, вот. Ну реально, кинцо такое, как бы, блядь, но это, я не считаю, что это плохо, как бы, блядь. Такое, как бы...